Итак, пацанёчек, здорово, я продолжаю проходить игру Resident Evil 4 на специалисте, это у нас сложность, и у нас уже 10-я серия. Ну что ж, наконец-то мы выпустили хоть немножко, хоть десяточку серий, еще начиная с, там, с 14-го или даже раньше, там, августа. Итак, в прошлой серии у нас был такой ржачный ролик с МКОсилиум, Gamers Channel и Степаном ГТ. Так, мы сохранили здесь, и у нас теперь тут два пути. Пойти к Эль-Гиганте и к бензопильщицам. Сначала пойдем к Эль-Гиганте. Для начала откроем ворота, пацанючек. Здесь мне хорошо видно. Откроем правые ворота. Как говорится, сделай дело, гуляй смело, пацанючек. Так, здесь меня видно и слышно. Так, вот он, Леон. Видно. Блин, тут тупая история с этим жестким диском. Жесткий диск есть, а я его подключить не могу. Подключаю провод, а он не работает. Ну, нам надо, наверное, внутри системы подключать. Ну ладно, пофиг вообще на это. Кстати, вот тут камень, мы потом этот камень используем, чтобы свалить его на этого Эль-Гиганте. Это должен быть поаккуратнее. Так, я интересно, что это за ведро? Потом. Блин, вот он, гад. Гад, где там? На туре, давай. Ну, беги сюда. Ну, что такое-то? Давай, используйся. У него вообще жизни. У него вообще хелса. Да как? Что за бред? Ну, давай, используй аптечку на нее. Наконец-то. Так, берем вот это. Это почему у нас только эти гранаты? Что за бред? Ну что это за гнида-то такая, а? Пусти ее. Порылый, блин. Вставай, это уже. Это что такое-то? Ты как? Я же с ней. Что такое? Вот потратил на нее все две аптечки. Ой. Эшли, ты тупая, мешается только везде. Быстрее режем. Что так медленно? Что такое-то? Давай, беги. А, это камень был. Да пофиг. Будем пытаться его, как говорится, с автомата. Давай, на него запрыгивай. А, теперь быстро. Ну нормально. На нафиг. Бежим от него, от этого варвара. Да Эшли, где Эшли-то? Ну, беги ты! Что такое-то? Давайте мы его свалим. На, прошли этого гада, блин. Перезаряжаемся. Пришлось, конечно, на него потратить дохренища патронов, блин. Ну да ладно. Потом его прошли. Конечно, мы потратили все аптечки на эту дуру Эшли, когда она не смогла от него убежать. Ну да ладно. Открываем. Так, вот берем. Ну она прям с ноги. Так, с ноги прям. Прям с ноги. Опять домики. Ух ты. Прям пополнение запаса. Блин, нафига вы мне эти красные говно даете?
Но мне зеленые и синие нужны. Блин. Я думал, сейчас чихну. О, старый ключ. Ну что ж, неплохо. Так, берем прям на... Столько, блин, вообще патронов. Мне бы еще траву бы. Траву бы еще. И вот это было бы самое что-то. Я думал, вообще с первого раза это не пройду. Причем... могла сдохнуть именно и это Эшли, чем... а не я. Так, извиняюсь, по Шенди за голос, если какой-то другой, потому что я сейчас приболел чуть-чуть. Болею. Тут у нас какая-то херня. Сейчас мы ее собьем. Так, я достиг тут секундомер. Ну, в этом ролике по Шенди не будет, наверное, скорее всего. Этих. Сейчас мы вставим. Ну, в этом прохождении. У меня уже два. Исследую. Остался один камень. Не будет, скорее всего, роликов, которые нужно озвучивать, но зато в следующем должны быть. Хотя нет. Ну, два ролика, думаю, не будет. Раз, два, три. И с ноги прям, на ноги. Так. Тут мы все собрали. Так. Что тут еще? Тут уже потом заду вонг. Надо тут собирать бочонки, все вот это вот. Ну, бочата, тут все такое, вот эту фигню. Перезарядимся. Используем ключ. Так, теперь возвращаемся обратно. Я же не такой-то дебил. Я же не такой-то дебил, дрыщий бомж. Чтобы только один путь проходить. Я пройду все два путя. Так что... по Шенди, ты это... ты не боись. Так, сейчас мы идем к этим бензопилильщикам. Они, естественно, они вообще дрыщи, они не смогут мне вообще ничего сделать. Они в меня плюнут, и то они промахнутся. Так. Ну, сохраняться, думаю, не будем, там все равно будет чекпоинт. Хотя можно у продавца купить аптечку. Мне она сейчас очень сильно нужна. И не говори, что я дебил, покупаю аптечки. Так, понял. Молчи, давай. Они мне действительно нужны. Так, берем. Так, а лучше что? Это что-то новое появилось. Маузер, каратель. А, стоп, стоп. Каратель. А, ну нет, ничего нового. Ну да пофиг вообще как-то. Ну я пока не буду использовать аптечку. Так, теперь влево. Потому что у меня еще не так. Средний. Мне надо траву найти. И траву использовать. Так, если честно, то даже момент с Эль-Гиганте даже легче, чем с этими бензопилищицами, потому что с этими бензопилищицами дольше играть. Тут дольше локация проходится. Ну да пофиг. Блин, куда? Спрятаться. Давай, прячься. Да пошли вы. Еле успел спрятаться. Только пошел, они уже набегают. Сделаем звук потише. Так, ну где вы, трусы? Ты как? Ну дебил, ну твари. Ничего страшного. Так, делаем. На, нафиг. Прям, я просто не запомню. Тут сразу делается. Если они что-то один раз делают, я уже покойный. Да иди ты от меня, чуть не попал в меня. Идите нафиг от меня, домосинники. Вот гори в своем огне, гори в аду. Так, вот берем, вот прям раскидываем. Да. Чё ты, бабка? Ты охренела? Я не буду лучше суперудар делать. Не хочу рисковать.
меня пуляется. Так, блин. Нет, я, пожалуй, использую аптечку. Что так? Идите от меня. Блин, окружаю так, что даже вообще не пройти, не проехать. Давай же, подыхай ты. Ладно, пробую рискнуть. А, нет, все, я думаю, рисковать уже. Ну, не пришлось. Так, пока что идем просто дальше. Если пока не берем с собой, это опасно, ее могут сразу убить, или он будет плакать. Но дело не совсем в этом. Так, берем. Будет плакать, потому что ему дадут люлей, правительство даст ему люлей за то, что он спасал дочь президента, но не довел ее живой. Ты чё? Тебе чего? Ты давай ему блок прям. Прям. Так, тех они нас пока не видят, мы их сможем с помощью винтовки убить. Берем, прицеливаемся. Вот он, дед-пердед. Блин. Все, получаю по мордасам. Как я сказал Ричард. Ты стоишь тут. Дверь не запилил. И упала, как пьяница. Да пофиг на этих бурундучков. Так, теперь мы должны Эшли сюда позвать. Хотя нет, для начала соберем вещи. Делаю все в темпе, нужно все за 20 минут успеть. О, трава, уже отлично. Люблю травы, знаете ли. Не курить, конечно, использовать. Но он ее как подорожник использует, чтобы раны заживали. Хотя на самом деле, если бы его ранили до красной линии, он бы не смог себя так хорошо защитить подорожником, как этими травами. Так, призываем. Да не волнуйся, мальчик, это не баг, когда я Эшли кладу в сундук, и этот вот синий свет мигает. Это так и должно быть. Типа, когда она пытается сесть, горит синий цвет. Это не баг, вот, видишь, синий цвет горит. Мы посажаем. Типа, нам говорят, что можно ее посадить. Такое предупреждение. Так, у нас тут два пути. Какой же нам пойти? На, рифма. Пойдем-ка мы в первый. Тут все равно бензопилищики не будут. Тут просто соберем эти бочонки. Так. Нет. Ведро мы разрубить, к сожалению, не смогли. Да и пофиг. Просто идем дальше. Момент, конечно, не очень сложный. Но на профессиональный, на специалисте, он будет тяжеловат. Особенно для Заикина. Для Димыча Андреевича, для Димыч Петровича Заикина. Извини, Димыч Андреевич, что я так сказал. Без обид. Это был комплимент. Так, ну все, тут больше ничего нету. Одно говно осталось. Так, мы идем дальше. Сейчас будет самый напряженный момент. Я боюсь умереть. Ладно, я шучу. Так, ждем их. Блин. Они серьезно настроены против меня, как педики. Ну да ладно. Мы с ними справимся, беда. Ё-моё. Бежим от них, они меня где-то изнасиловать. Изнасиловать хотят. Это нечестно. Просто идем к началу локации, и там их отстрелим. Представляешь, что они все равно ничего не сделают, они лохи тупые, не знают, что она там. Они же... Ганадос. Им только лишь бы убить. Сука. Просто так их отстреливаем. Сейчас мы кидаем гранату. На них-то она точно действует. Берем дробовик. Этого педика отстреливаем. Да как он? Как ты? Берем еще одну гранату. Ой, что я взял? Не то. Ну да пофиг. Не пофиг. Нужно гранату. Так, это берем.
Как они там говорят, можно свободно их винтовочки мочить. Эту дуру мочим. Блин, нежданчик. Это было опасно. А, кстати, одну мы уже убили. Просто бежим вот так вот сюда. Мы ее свободно застрелим. Все, вот это бабы, они дрыщи, они полные. Мне даже кажется, что у вас плага сильнее. Блин, что такое-то? Пипец, блин. Иди от меня. Придется использовать аптечку, я могу, иначе я могу сдохнуть. Ну так использую. Иди от меня. Гадость. Это было опасно, я не хочу помирать. Ты что такое? Кто меня пуляет? Какой дегенерат? На нафиг, получай от меня. Дробь. Ты же дроби считать не умеешь, а вот дробь от винтовочки ты получишь наверняка. Так, вот и дебют еще тут остался, потому что музыка идет. Просто так она идти не будет. Но это еще не все, это еще только цветочки. Конечно, бензопиличец больше не будет, но зато будет этих гранат, их будет намного больше. Тут какой-то дебил остался, которого мне надо убить. Так вот раз, на, и все. И его нет. Был человек и нет человека. Хотя какой-то человек, когда он уже подвластный этому Ласплагусу и лорду Садлеру, ой, то есть Хаотиксу. Ой, блин, то есть лорду Садлеру. Блин, я их путаю, они так похожи. Итак, и сейчас мы быстренько берем аптечку, пока не поздно. С Эшли вроде все в порядке. Так, и у нас есть ключ. Так, мы должны его использовать. Как призик. Чутка. А, так. У меня закончился словарный запас. И патроны от винтовки. Ну, почти закончились. Так, сколько там времени? Да, блин, включайся ты. 17 минут. Ну, думаю, мы успеем. До 25 точно успеем. Пока тут все соберем. То да сё тут. Так, с ней тут походим. Да иди ты отсюда, блин. Мешаешься только. Свои попы тут виляешь. Леон тебе не даст. Так что даже не надейся. Леон у нас очень скромный, прям как попка младенца. Так. Ладно, сейчас какой-то полный бред несу. Ну ладно, надо же что-то нести. Используем ключ. Ну, это полный бред. Так, на, с ноги прям. Если вы разозлились, просто тупо выбивайте дверь с ноги. Конечно, вам за это родители потом дадут больших люлей. Ну да пофиг. Просто сделайте это. Но имеют только когда вы злой. Так, тут у нас еще один сундучок. Быстренько ее. Блин. Натурительно. Видите, сколько их тут много, видите? Это капец, это конец человечества. С моим оптом. Ну, на волоске! Черт побери, эти гонады тупорылых. Сейчас мы просто их будем раскидывать, прям как семечки в поле. На, прям всех. Ты чё? Я не разрешаю тебе, Ласплагос. Отец пистолета. Так, берем. Ты чё? Только не Ласплагос. Это еще не все. Это только начало. Начало конца. Начало нашего конца. Что такое-то? Они меня достали уже. Помогите, спасите. Кто-нибудь. Пожалуйста. Какого нафиг?
уйди от меня. Ты иди, ты, блин. Блин, помогите. Кто-нибудь. Меня сейчас убьют эти дебилы, блин. Не хочу все заново проходить. Слишком долго. Я... Блин, пока не отвлеклись, можно ружье перезарядить. Быстрее. Быстрее. Ну, это дура, мы с винтовки. Блин, пипец, какие тут моменты. Такие, блин, напрягающие. То ли напрягающие моменты. Можно хоть обосраться. Так. Давайте мне траву. Быстро, быстро. Какие патроны? Мне трава нужна. Блин, вот дебилы. Да ладно. 10 патронов под ружье. Как много. Так. Значит, все мы выпускаем. А, нет. У нас тут есть еще одно секретное место. Одно секретное местечко. Мы туда забежим. Мне хоть бы траву дали. Опять я с тупой жизнью хожу. А ты будешь аптечки покупать не надо. Еще как надо. Видишь, какие тут моменты тупые, блин. Тупорылыми гонадосами, придурками. Люди-то, может быть, они хорошие. Вот то, что они заражены этим Ласплагос, это уже говорит о том, что они полные придурки. Что они даже не пытаются бороться с тем, чтобы стать обычными людьми, как прежде. А им нужно бороться, логично. И тут должен быть еще один, тут должен быть один проходик такой. Ну, я что-то его не вижу. Ну да ладно. Короче, все, идем дальше. Рассиделся я тут. Так. А, вот он же он. Я думаю, я его уже потерял. Подумаешь, трагедия. Как бы сказал Спангете. О, нашли последний камень. Теперь можем этому продавцу-хреновцу подать. Маску. Маску Рафаэля из черепашек-ниндя. Шучу. Маску Микеланджело. Потому что это желтая такая. Похожа на оранжевый цвет маска. Золотую. У него желтый такой оранжевый цвет маска. Великий мастер эпохи Возрождения. Все, короче. Выходим из этого тубзика, так называемого. Для меня это тубзик. Я вот не понимаю, как они, если они там были наверху, как они туда забрались, если нет лестницы. Ну, тупорылые вообще. Так, снимаем. Ну вот он, собственно говоря. Так, значит, сейчас мы что делаем? Какая-то у нас дверь. Ну, мы в нее сейчас не войдем. Потому что нужен глаз. Закрыто. Нужен, короче, глаз мамошки. Блин, этого. Виториза Мендеза. Там пойдем в следующей части, точнее в следующей серии. Эта серия была такая, ну такая, нормальная. Я тут немножко психовал, бесился, как идиот. Но мне так и гады разработчики не дали травы. Одни патроны дают. Так, ну сюда мы уже выходили. Кстати, а можем сюда вернуться? Интересно. А, можем даже, кстати, вернуться. Прикол. Советую вам на любой сложности, если вы новичок, то проходить на любой сложности все равно эти два путя. Я когда был первый раз проходил, я думал, что вообще реально только один путь пройти. Потом я узнал, что можно пройти два, и решил пройти два. Собрать побольше золота, бесед, там, патронов, драгоценностей, всякого там бреда. Так, это записка, давайте прочтем. Последняя защита деревни.
Ты сильно недооценивал способности американского агента, он до сих пор жив. Я думал, что нужно лишь подождать, пока Лас-Плагас завладеет им, но кажется, он разрушит всю нашу деревню, прежде чем это случится, поэтому мы должны устранить эту неприятность. На некоторое время нужно сменить приоритеты. Мы приостановим охоту на Луице, на МК Асилиум, то есть на Луице, и схватим американцев. Подалеку от подъемника есть здание, которое отлично подойдет для выявления предателей. Здесь мы сможем устроить на них засаду, но даже если это и не получится, им придется встретиться со мной у ворот в деревне, потому что только я могу открыть их. Ну, конечно же, писал это Мош, то есть Биторос Мендес, вот даже тот дом, где мы будем с ним сражаться, он будет боссом, ну, ты, мальчик, знаешь. Так, для начала мы... Так, пойдем к продавцу, купим у него какой-нибудь херни. Так, потом тут сохранимся. Да, и, кстати... Перезарядим эту какашечку. На. Так, сейчас мы купим. Заодно какую-нибудь аптечечку. И какие патроны? Ну, конечно, тоже нормально для дробовика. Но все равно мне сейчас нужна именно трава. Одна маленькая трава. Продаем ему, короче. 20 тысяч, тихо! Рубин. Кушка только у нас. Вот, так, шпинель. Так, теперь покупаем у него аптечки. Так. Так, что у нас можно улучшить? Ни хрена ничего. Все, труп. На. Да я шучу. Так. Кстати, в конце, когда он будет последний раз уже появляться перед Лордом Саттлером, можно будет его, короче, убить. Ну, для прикола, все равно же он уже не будет больше появляться. Какая разница-то? Для последнего босса можно его, этого продавца, и убить. Так. Так, по приколу. Но мы сохраняемся. И в следующей части у нас будет битва с ММОшкой, ММОГОПЛЕН.ОРГ, с Биторосом Мендесом. В следующей серии. Все будет в следующей серии, пацанчик. Ну, не буду я так ходить, как дебил. Использую аптечку. Ну нафиг. Надоело уже ходить. Итак, это была 10-я серия. Она была без роликов. Но следующая серия будет с роликом. Ну, не знаю, озвучивать, не озвучивать. Там СПНГТ пару слов скажет. Ну, кто его знает. Ну, снять сниму, конечно. Итак, надеюсь, тебе понравилась эта серия, пацанчик. И тебе, Димыча, надеюсь, если ты вообще сможешь это видео. Ну, как всегда я так говорю, дебил. И давайте, это была 10-я серия. Следующая серия 11-я будет интересная. Я записал уже юбилей, 10 серий. И меня это радует. Я продвигаюсь вперед. И у меня есть желание записывать прохождение. Итак, все. Всем пока.